Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Каля 20 країн-удзельніц сёння ў Гомелі прайшлі бізнес-дні. Задача – паляпшэнне якасці кінаабслугоўвання. У рэгіёне пабывала дэлегацыя з Брэсцкай вобласці. Ад мілагучных рамантычных твораў да жорсткіх рокавых кампазіцый. У Гомелі прайшоў сольны канцэрт саліста абласной філармоніі Александра Панамарынкі. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Сёння ў Гомелі прайшлі бізнес-дні. Па сутнасці, гэта міжнародная кааперацыйная пляцоўка, на якой праводзяць перамовы прадстаўнікі дзелавых колаў. Мерапрыемствы форума наведаў Алег Сінцюроў. У эканамічным жыцці Гомельскай вобласці ёсць дзве асноўныя падзеі. Эканамічны форум у маі і бізнес-дні ў кастрычніку. Абодва накіраваны на дасягненне адной мэты – паляпшэння бізнес-асяроддзя ў рэгіёне. Причем, когда меркуют по колькости удельников, это мероприятие можно лечить уже международными. Глядя на то, что сегодня бизнес-дни проходят только в третий раз, их удельниками стали представники 19 краин. От России, Украины, Италии и Польши до Китая, Монголии и Королевства Таиланд. Организатор форума – Гомельское отделение Белорусской гандлёво-промысловой палаты. Миновито тут сформулировали и головную задачу – да помогчи представникам бизнесу наладить долготерминовое супрацовництво. Мы хотели, чтобы именно бизнесмены приехали в Гомельскую область и участвовали в переговорах с нашими предприятиями, посещали наши предприятия. И что важно, что в рамках бизнес-дней, готовясь к этому мероприятию, делегации заезжали намного заранее. И они уже приезжали неделю назад, тоже приехали бизнесмены, проехали много предприятий, у них состоялось много встреч, и еще многие намечены. Это очень важно. Сегодняшний бизнес-форум у Гомелі выкликает повышенный интерес и по еще одной причине. В Беларуси подписано шерох указов, накированных на активизацию деловой активности. Форум у Гомелі повинен подтвердить их эффективность. Причем тычется это не только новых партнеров. Сотрудничество Республики Беларусь и Социалистической Республики Вьетнам притягивается не первый год, а зараз оно выходит на новый узровень. Когда летость товарооборот помеж краинами складал около 120 миллионов долларов, то сегодня повинен достигнуть еще 200 и в дальнейшем протягне расти. Два президента обещали, что торговля обязательно достигнет какой-то 500 миллионов долларов в ближайшие годы. Вот такая обстановка торговли между Вьетнамом и Республикой Беларусь. Предприемствам Гомельской области сегодня сапраўды есть, что пропоновать потенциальным партнерам. Причем размова может идти как об традиционной продукции, якая уже подтвердила свою якость, так и принципово новых распрацовках. У акционерном товаристве «Светлогорск Химволокно» освоили вытворчасть материалов, которые имеют вельми широкий спектр выкрастания от спортивных отделений до аэрокосмичной промысловости. Этот материал состоит из углерода, чистого углерода, 99,6% углерода. Вот разогреваю, как металл разогревается, но ничего с ним не происходит. То есть это очень высокая теплозащита. Такой материал выпускает в мире только три страны. Америка немножко, во Франции чуть-чуть и в Беларуси. Официально кастрычніцкий бизнес-форум у Гомелі протягивается один день. Але шмат кто из удельников кажа, что затримается в Беларуси еще на некий час. Оживление сусветной экономики и поляпшение делового осяроддзя у Беларуси начинает приносить становчие выники. Олег Сінцюроў, Валерий Капанько, телерадиокомпания «Гомель». Система жилево-коммунальной господарки под пильной увагой Александра Лукашенко. На днях керовник державы провел республиканский семинар об удосканальвании и развитии ЖКГ. Задания президента и шляхи их выполнения обмерковали на видеоселекторы у облвыканкаме. Первое доручение – деталевый анализ тарифов на жилево-коммунальные послуги. Дозволяется только обгрунтованный и неодноразово выверенный их рост у межах вызначенных 5 долларов у эквиваленте. Говорки про 100% оплату покуль не иде. Это только перспектива на будущее. Покуль же треба наладить зручную и эффективную работу со зворотами громадян по пытаниях ЖКГ. У Гомелі 2 года диспетчерская служба працуе по одиным номеры 115. Але задача максимум – створить по прикладе Минска контакт-центр, який примал абсолютно усе телефонование громадян по жилево-коммунальных пытаниях. Причем такая служба повинна быть обособленной от ЖКГ. Еще один накерунок работы – зворот с твердыми коммунальными отходами. У планах побудовать у Гомелі сметеперапрацоўчы завод. Программой по развитию с обращениями с твердокоммунальными отходами планируется, что в 2020 году должен в городе Гомеле быть построен завод по переработке. Но будет ли он построен, понятно, зависит от
выделение денежных средств. Какие это будут деньги, пока сложно сказать. Это деньги немалые. До прикладу, у Бресте будовництво такого предприемства обошлось больше, чем у 60 миллионов долларов. У гэтыя дні ў Гомелі праходзіць 10-ты краязнаўчы семінар «Адкрыць Германію». Сёлета яго арганізавалі на базе Беларускага гандлёва-эканамічнага ўніверсітэта спажывецкай кааперацыі. Семінар сёння наведаў пасол Федэратыўнай Рэспублікі Германія Пётр Дэтмар. Падрабязнасці ў сюжэце Ганна Каральчук. Краязнаўчы семінар – гэта штогадовае мерапрыемства, якое праходзіць у рамках тыдня ў Германіі ў Беларусі. Дарэчы, сёлета яны звязаны з юбілеем аднаўлення беларуска-германскіх дыпламатычных адносін. Таму іх праграма асабліва разнастайная. Яна ўключае кінапаказы і тэатральныя пастаноўкі, канцэрты, аўтарскія чытанні, выставы, майстар-класы і лекцыі. Што тычыцца семінара «Адкрыць Германію», то гэта адукацыйны праект. І яго арганізатарам выступае інфармацыйнае бюро Германскай службы акадэмічных абменаў у Мінску. К сожалению, сегодня академический обмен проходит больше в одном направлении. Здесь можно отметить, что около 1200 студентов и ученых из Беларуси учатся и продолжают деятельность в Германии. Но из Германии в Беларуси пока что это число составляет менее 100 человек. Но я могу себе представить, что в будущем этот тренд может измениться, например, когда Беларусь станет полноценным членом европейского образовательного сообщества, а именно присоединиться к Болонскому процессу. Удзелы семінары прымаюць больш за 70 студэнтаў установ вышэйшай адукацыі Рэспублікі Беларусь. Праграма складаецца з тэматычных дакладаў аб сучасных тэндэнцыях грамадскага, культурнага і эканамічнага жыцця Германіі, а таксама майстар-класаў. Акрамя таго, удзельнікі маюць добрую магчымасць папрактыкавацца ў нямецкай мове і даведацца аб магчымасцях стажыроўкі ў Германіі. Семінар працягнецца да 29 кастрычніка. Мая спецыяльнасць – камерчыская дзейтнасць, но так як я была в августе в экономическом университете в городе Трире. Я получила стипендию от немецкой службы академических обменов. Посетила Германию, получила огромный опыт. Я проходила отборочный тур, подавала мотивационное письмо, собирала все свои документы. Я проходила дважды, и на второй раз я получила данную стипендию и поехала учиться в Германию на один месяц. Для нас очень важно усилить практикоориентированную подготовку студентов. Ну и очень важно, чтобы наши студенты овладели знаниями о культуре Германии, о ее традициях, специфике. Это позволяет в том числе студентам специальности «Мировая экономика» получать практические навыки по работе с партнерами из Германии в своей будущей работе. Ганна Каральчук, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». У рэгіёне пабывала дэлегацыя работнікаў кінасеткі Брэсцкай вобласці. Візіт быў арганізаваны ў рамках міжрэгіянальнага супрацоўніцтва ў сферы культуры. Яго мэта – вывучэнне вопыта працы прадпрыемстваў кінавідасеткі Гомельшчыны. У праграме двухдзённага візіту гомельскія кінатэатры імя Калініна, Акцябр, Мір, Мініон, а таксама кінатэатры ў Жлобіні, Мазыры, Калінкавічах і аграгарадку Чыркавічы. Госці азнаёміліся з праводзімай работай у рэгіёне, накіраванай на паляпшэнне якасці кінаабслугоўвання. Атрымалі адказы на свае пытанні, а некаторыя накірункі, магчыма, будуць у будучым укараняць у Брэсцкай вобласці. Дарэчы, у жніўні падобны візіт да суседзяў здзейснілі прадстаўнікі нашага рэгіёна. Прафесійнае супрацоўніцтва ў перспектыве плануецца ўдасканальваць. Наверное, самым большим положительным моментом на гомельской земле, я могу сказать, на гомельской киноземле, самым основным моментом является то, что вы имеете первый в нашей республике кинотеатр в агрогородке. Конечно, это очень хороший показатель для коллег в республике, дать возможность людям, живущим в агрогородке, видеть новинки мирового кинопроката. Это на самом деле многого стоит. Данные семинары на сегодняшний день очень важны. Но на сегодняшний момент мы все работаем на плюс. Мы все работаем для нашего зрителя. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день после этих семинаров работа у нас еще будет получаться лучше и лучше. Сёння ў Гомельскім абласным музеі ваеннай славы адкрылася выстава, прысвечаная стагоддзю кастрычніцкай рэвалюцыі. Наведвальнікі змогуць убачыць як сапраўдныя артэфакты таго часу, так і прадметы рэканструкцыі. Сярод першых з экспазіцыі азнаёміліся нашы карэспандэнты. Зброя, амуніцыя ўдзельнікаў рэвалюцыі, фотадакументы. Тут жа ваенная форма адразу трох армій часоў першай сусветнай вайны, расійскай, германскай і аўстра-венгерскай імперыі.
Гэта была сапраўды пераломная эпоха, якая закранула лёсы мільёнаў чалавек. Іншая справа, што сапраўдных рэчаў тых часоў у Беларусі захавалася не вельмі шмат. Уже редкасць. Её можна найти только в основном, значит, у коллекционеров. Конечно же, скажем, в соседнем государстве, допустим, в Российской Федерации, возможно. У нас это весьма затруднительно, потому что впереди была как бы известная война 41-45 годов, и, конечно, такие вещи в основном либо уже очень надежно прятали, либо старались от них избавиться. Выстава, прысвечаная стагоддзю кастрычніцкай рэвалюцыі, сумесны праект. Экспанаты прадаставілі непасрэдна музей ваеннай славы, клуб ваенна-гістарычнай рэканструкцыі «Гонар мундзіра» і калекцыянер Валерый Грымашэвіч. Прычым тую ж форму, зробленую хоць і па старым узоры, але ў наш час дапоўнілі сапраўднымі нагруднымі знакамі і ўзнагародамі. Дарэчы, прадстаўленыя на выставе мундзіры ўжо выкарыстоўваліся падчас здымак ваенна-гістарычных стужак. І такі, пакуль невядомы для наведвальнікаў факт, 7 лістапада экспазіцыю на один день закрыюць. Частка костюмов будет выкарыстана у реконструкции революционных подей, якую убачыць гамяльчане. 7 ноября на территории Дворцового паркового ансамбля пройдет памятная реконструкция столетию начала Октябрьской революции, вот, где вот эти ряд из этих костюмов, в частности, костюмы Красной армии начального этапа, плюс Белой армии временного правительства будут олицетворять собой. Они будут участвовать в военно-исторической реконструкции. Присвеченная стагоддзю кастрычніцкай революции выставу областный музей военной славы будет працевать до 10 снежня. Олег Сюнтюров, Максим Савин, Ігор Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». На сцене Гомельского громадско-культурного центра отбылся концерт «Я веру». У выконании артистов областной филармонии глядачи убачили сапраўды яскравое и видовищное шоу. Головной деючей особой вечера стал талиновитый спевак, солист установы Александр Пономаренко. Со своей сольной программой он выступил у сопровождения эстрадно-симфоничного оркестра имя Юрия Василевского. Прихильники творчества Александра Пономаренки у гэты вечер почули музычную палитру от милогучных романтичных творов до жорстких роковых композиций. Яскравый тембр и вытонченная манера выканания робят его выступления сапраўды неординарными. Разом с Александром Пономаренком свою творчесть глядачам дарили и іншыя вядомыя солисты областной филармонии, лауреаты международных и республиканских конкурсов, а так само специально запрошенные гости. Многие нумары сопровождались грациозными хореографичными выступлениями. Концерт «Я веру» ладился у рамках великого творчего проекта Гомельской областной филармонии «Виват Оркестр». Ён мае долготерминовый характер и предугледжвае циклы самых разных музычных программ. Следующий серьезный такой знаковый концерт, который состоится у оркестра. Концерт, посвященный 80-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. 5 лет назад оркестр подготовил замечательную программу, и она прошла с большим успехом в Гомеле, в Брянске, в Витебске, в Могилеве. Эта программа востребована, но мы ее постараемся видоизменить. И 25 февраля вот здесь же, я думаю, в этом замечательном зале, состоится концерт, посвященный творчеству Владимира Семеновича Высоцкого. Димитровская батьковская суббота сёлета приходится не на листопад, як гэта бывает звычайно, а на конец кастрычника. Напередадні ушанаванне памерлых во всех православных церквах проходят адмысловыя памінальныя службы. Гэта памінальная суббота перед днем памяти великомученика Дмитрия Салунского. Традиция ушановывать память спачылых пошла от часу кровопролитной Куликовской битвы 1380 года. После битвы князь Дмитрий Донской, названный дарэчы у гонар гэтага святого, пошел у храм Живоначальной Троицы. Там он подяковал Господу за перемогу и загадал служить поминальную литургию у гонора загинувших воинов. С часом такие службы стали традиционными. А поминают на их не только склавших головы за веру и айчину на поле брани, але и у всех от веку спадшилых православных христиан. Долучиться до агульной, а значит надзвичай моцной по силе молитвы, православная церква запрашая у всех верников. Дарэчы, гэта апошняя батьковская суббота сёлета. На
Наступное 10 лютого 2018 года. На самом деле, как свидетельствует церковное предание о том, что молитвы за наших усопших, они очень нужны. Я бы хотел призвать всех вас к этой молитве за наших усопших, чтобы тем самым мы реализовывали заповедь Господа о единстве в том числе не только между нами живущими, но еще и усопшими. Помоги всем вам, Господи. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи у эфира.